15 октября в Калмыкии начинается всероссийская перепись населения. Она завершится 14 ноября. Жители республики смогут заполнить свои данные через портал госуслуг. Это займет не более 15 минут и позволит вносить правки в переписной лист. Также перепись будет проходить в офисах МФЦ или на стационарном участке. В этом году вместо бумажных анкет население будет пользоваться электронными планшетами. В Калмыкии будет работать 76 переписных участков, 5 стационарных переписных участков будут находиться в МФЦ, 2 в здании Астраханьстата, один в Лагане.